Всем добрый день! Сегодня хочу сделать видеоотзыв о корме для шиншилл фирмы VitaCraft. Код товара 1157, купленный на шиншилке. Вот, мы пользуемся этим кормом. Кормлю своих шушиков уже не один год. И сейчас я вам расскажу еще один очень хороший нужный совет. Сейчас я достану, покажу, какие гранулы из себя. Вот, гранулы вот такого вот размера. Шиншиллы – это те грызуны, которые должны употреблять в пищу твердое, чтобы грызть, чтобы стачивать зубки. Но у них есть проблема. У них бывают зубные крючки. И тогда шиншилла не может есть. Чтобы ей помочь, можно взять эти гранулы и размочить водички. И они будут такие мягенькие. И тогда будет им удобнее кушать. А если уже совсем большая проблема, тогда можно эти гранулы развести сильно водичкой, превратить в такую жижу и выкармливать шиншиллу через шприц. Поэтому очень хороший корм. Всем советую и рекомендую. Спасибо шиншиллке.